Шымкенте участились случаи кражи газовых редукторов. Злоумышленники вскрывают ящики, срезают замки и выкручивают дорогостоящие устройства. Стоимость одного такого редуктора 40 тысяч тенге. К расследованию похищенных редукторов уже подключились полицейские Шымкента. За 2021-2022 годы в Шымкенте было зарегистрировано порядка 50 случаев краж газовых редукторов. Заведены 16 уголовных дел. Задержанные, украденные вернули. Похищают также газорегуляторные устройства, газопровод, колпаки. Департаментом полиции устанавливается причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям. Если вы заметили подозрительных людей без формы сотрудников газовых компаний возле счетчиков, немедленно вызывайте 102. Канстрансгаз напоминает и об ответственности за нерегламентируемую установку газового оборудования. За последний год было зарегистрировано 395 случаев отравления угарным газом, 8 из которых закончились летальным исходом. Для того, чтобы получить разрешение на установку, необходимо предоставить перечень документов, госакт, сведения о собственнике, удостоверение личности и техпаспорт здания. Физические лица получат разрешение в течение 2 дней, юридические – в течение 5.